Зачистили к российские солдаты. 14-летний войну убил они. Оружия не было, ничего на руках не было. Он боялся, убежал. Они ему застрелили. Мат подошел к своему сыну. Матом называл сучка, говорил мою дочке. Вытолкнул, упала она. А второй сын, у него два сына было. А второй сын вот сюда автоматом бил, увезли, били. Сейчас в больнице лежит. Они не люди, они воры. Они воровать приехали, воевать не приехали. Они не дают нам покой. Забирают наши сыновья. Вот резут, убивают. Что они только не делают? Я только не знаю, хорошо говорит. Прошу тебя, Путин! И ваш хаким Хули, Кадыров! Тебе тоже прошу, просить ты или кто? Дай нам свободу. Я больше ничего не знаю. Наш сыновья убивает. И солдат, сука, сам называл мою дочку сукой. Убил сын, второй забрал, и то. Неужели у них матерей нету? Неужели у них сестра нету? Откуда они приехали? Кто их рожал? На улице нельзя, в дом нельзя. Закрываешь это ворот, и то они через ворота проходят. Утром рано, свет нету, они заходят. 3 часа ночью доходят. Спать не дает, детей убивает. И конченый энергии вырывает. Деньги у нас нету. Это нам не воевать, это нам войны, это террористы, это бандиты нам прислали. Чем мы виноваты? Мы же не бандиты, мы же свои земляки. А Путин и да, Путин место, что горько ели, как мы. А, ты убийца. Остан, ада и цара. Да, наоборот, что одежда гуляет. Как наш дети армии? У меня сейчас сын. Они через армию прошли 2 по 2 года. Кто их бил? Паспорт, карточка, бандоша. Совести поспать нельзя ему. А этот карточка не цепляет. Он в комнате живет.